Трое полицейских погибли в пятницу в Лахоре в ходе многотысячной акции протеста, организованной сторонниками запрещенной организации Техрик-Элабаик Пакистан. По данным местных изданий, их сбил автомобиль. Демонстранты требовали освободить из тюрьмы своего лидера Саада Хусейна Ривзи и выслать из страны посла Франции в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом «Шарли Эбдо» в прошлом году. По данным местных властей, организаторы обещали, что акция будет мирной, поэтому полицейским было рекомендовано не препятствовать ее проведению. Однако вскоре она переросла в беспорядки по всему городу. Активисты атаковали стражей правопорядка, те в ответ применили слезоточивый газ. Впервые массовые протесты в Пакистане против публикации карикатур прошли в апреле этого года. Тогда активисты заблокировали автострады и железные дороги, перекрыли въезды и выезды в городах и устраивали беспорядки на улицах. В столкновениях пострадали около 1000 полицейских. Акции прекратились лишь после того, как власти пообещали провести голосование в парламенте по вопросу высылки французского посла. Затем лидер Техрик-Элабаик Пакистан был арестован, а само движение объявлено террористическим и запрещено. Два дня назад сторонники организации объявили, что в пятницу после молитвы устроят массовое шествие из Лахора в Исламабад.